знаете, у меня недавно состоялся разговор, где мужчина просит найти ему вторую жену, порекомендовать. И когда мы стали разбирать, какой он хочет, вы знаете, прозвучала такая фраза, ту, которая уже в себя вложилась. Я говорю, в каком плане? Он говорит, в материальную, ухоженную, красивую, ну, которая уже в себя вложилась. Знаете, я тогда ему задала встречный вопрос. А вот эту, у которой все есть, чтобы в себя вложиться, и красивая, и обеспеченная, и ухоженная, и образованная, ты со своей женой, со своими детьми, и в возрасте уже за полтинник, ты ей зачем? Вы знаете, и в ответ такая тишина. Я задала второй вопрос, а почему нельзя девушку красивую или женщину, приятную, скромную, хорошую, и вложи в нее ты, но сделай ее, если она без вложения красивая, то она же будет еще красивее. Что хочу сказать этим видео? Стоит показаться ухоженной женщиной, губы сделала, даже если не сделала, лицо сделала, еще что-то сделала, все орут, это не по исламу. А вот когда они хотят вторую жену они хотят, которая уже в себя вложилась, себя конфетку сделала, и вот такую вот они хотят. Опять-таки возвращаюсь к тому, вы уж определитесь, чего вы хотите, дорогие мужчины. При всем уважении, это тоже не про ислам. Мы хотим, чтобы нас считали мужчинами, людьми, а не банковской картой и кошельком. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Я не знаю, какая это страна, вот честно, там не было указано. Вот, ролик в свободном доступе был, вот, там, где можно вторую жену, как бы, ну, я думаю, вы, в принципе, поняли, там, примерно, что к чему, где это, да? Вот, ориентировочно. Мне интересно, да, вот, а зачем тогда мужчине нужна женщина, если только нужно в нее вкладываться? Зачем? То есть они даже не стесняются, то есть абсолютно не стесняясь, говорят, то есть, ну, мне нужно найти мужчину, чтобы он в меня вкладывался. Такой же самый вопрос. Вот люди забыли про человечность, про человеческие отношения, да, вот, про чувства, там, да, вот, именно вот все человеческие, там, ласку, нежность, там, да, вот, приятное времяпрепровождение, то есть, да, вот, вместе время провести, там, да, вот, повеселиться, получить удовольствие. Нет, только бабки и все. Семья – бабки, отношения – бабки, свидания – бабки, встретиться – бабки, в ресторан – бабки, вот, познакомиться с ней – бабки, все – бабки. А зачем нам тогда это нужно, если нас за людей не считают попросту? Только бабки лишь бы вытянуть с нас. Нам это тогда зачем? Скажите, пожалуйста, уважаемый чаечек.